специальная краска, она выдерживает снег, дождь, мороз, солнце и все тому подобное, все остальные факторы. По поводу долговечности, производитель краски дает гарантию, допустим, там 3 года, но мы с уверенностью можем сказать, что все эти 3 года как бы данный материал выдерживает. Этот аппарат называется широкоформатный принтер, либо плоттер, то есть у него как бы есть разные названия. Технология, соответственно, называется широкоформатная печать сольвентная. Сама технология проходит, ну, чтобы, допустим, как бы попроще объяснить, банально, у кого стоят дома струйные принтеры, то есть обычный принтер, который печатает, смысл тот же самый. То есть краска поступает по трубкам, через головы капает, происходит нанесение через пьезострую элементов краски на непосредственно материал. Сама по себе краска жидкая, при нанесении тут видно блики, то есть понятно, что краска еще сыроватая в данный момент здесь. Но при прохождении через обдув, то есть, грубо говоря, доходя до низа, то есть буквально там метр, печать и проходит, краска уже высыхает и, в принципе, уже готова, грубо говоря, к монтажу. В принципе, во время работы, то есть, ну, грубо говоря, час-полтора максимум необходимо баннеру, ну, то есть изделию после печати, чтобы его можно было уже использовать по его назначению. То есть вешать, там, допустим, прикручивать куда-нибудь, натягивать, что угодно с ним делать.